Какая скука! Уже 2 недели не записывала ролики. Нужно что-то такое придумать, что прям зайдет. На просмотров так 400 максимум. Или минимум. Ну, Roblox. Хотя, что я там уже не снимал? Там все режимы интересные, я уже заснял. Может, Браво. Да по большому счету, что там снимать? Будет скучно. Форточку. Ну, форточку не могу, почему? Не знаю. Стендов. Да такое тоже. Блин, как много идей, как мало тех, которым не подойду. Стоп. Пришло какое-то уведомление странное. Так. Кто мне будет писать уведомление, откуда знают мой телеграм? Подождите. Утро, 13 часов. Мне кто-то пишет. Ну, давайте посмотрим хотя бы, что в том уведомлении находится. Так-с. Мне уже безумно интересно. Да, и страшно одновременно. Тут какой-то файл. Скачать Poppy Playtime Chapter 3 APK. Кто это? Не, серьезно, кто он? Печатает. Он печатает. Так. Нет, Рил, что это и кто это мне присылает? Уведомление, откуда узнали мой телеграм? Это уже не важно, скачивай файл. А зачем мне его скачивать? И вообще, кто он? Я даже не знаю, если бы это мне пятнаха, допустим, прислала, я бы скачал. А это вообще какой-то левый человек, который вдобавок неизвестный. Вообще странно все. Может, это пятнаха или кто-то из команды меня троллит? Возможно, и такой расклад. Так, ну что, он там долго так печатает. Блин, может все-таки скачать файл. Хотя, если ты этого не сделаешь, я приеду к тебе домой, твоим котам, и тебе не поздоровится. Ладно, давай скачаем. Чисто ради ролика, может что-то действительно прикольное будет. Ладно, давайте уже скачивать. Так, и что это так? Стоп. Где это я? Это очень напоминает мне Poppy Playtime. Вот эта игра, она еще с менюшки мне очень сильно напоминает Poppy Playtime. Что это за звуки? Подождите. Куда? Какие звуки? Откуда? Тиси-миси? Чё? Она меня куда-то зовет. Что? Ее кто-то учил. Подожди. Это реально Poppy Playtime 3? Ладно, попробуем в нее сыграть. Ну, пошлите вон на ту табличку. Блин, тут какой-то паровоз. Наверное, мы через него вылетели, когда мы делали катсценку. Так, давайте же подниматься и спускаться. Давайте вот сюда. Потому что больше дверей я тут как бы и не вижу. Ладно, давайте скорее идти уже. Все, загружается. Сейчас мы выйдем отсюда и увидим, что же там такое новенького. Блин. Там вот какой-то выход, а там сверху никого нет. Что-то мне это смутно напоминает. Кто это? Кто это такой? Цветок? Что за цветок? Я не помню такого персонажа. Я его вообще мало того, что не видел. Я даже не знаю, кто это. Этот коридор по прошлому прохождению мне очень сильно напоминает мамочку длинные ноги. Мы на секунду увидели какого-то цветка, который просто как молния пронесся. А сейчас мне страшно туда идти. Вдруг сейчас... Дейзи Гейл. Это Дейзи? Дверь закрывает! Что? Меня тут закрыли! То есть у меня выхода нету. Ладно, давайте туда. Пошлите. Так, ну давайте пойдем. Чё? Это реально... Кто ты? Цветок. Так. Наверное, их не нужно касаться. Ну хорошо, не буду. Честно говоря, я не очень понимаю смысл игры, но вроде она легкая. Стойте. А, что? Где я? Они сменили местоположение? Я вообще не понял, что происходит. В чем заключается смысл игры? Мне что, нужно пройти через них? Что? Я, кажется, понял.
Я проиграл! Блин, я заново зараспавнился. Что происходит? Такого в Play Time не было. Я не видел упоминания персонажа Дейзи. Вот я слепой, но я реально, когда проходил игру, точнее, не я проходил, а Питаха проходила, я вообще не видел, чтобы было какое-то упоминание данного персонажа. Они меня окружили! Куда мне идти? Я вообще не понимаю. Что вообще происходит? То есть, когда выключается свет, нужно стоять. Стой, стой. Назад, назад, назад. Всё. Я вообще просто не могу понять, в чем смысл игры, но мне надо как-то ее пройти. Скорее всего, продержаться. Держись. Да, я победил. Выход открылся. Пошли, пошли. А, это не выход. Ключ. Ромашкой? Что? Ключ с ромашкой? Ключ не понимаю. Ключ с ромашкой. Игра закрылась. Куда мне дальше идти? Я что-то вообще ничего не понимаю. Язык. Тянется язык откуда? И куда? Давайте, скорее всего, пойдем за языком. У нас другого выбора нет. Ничего себе! Вот такого в Bubble Bee Time точно не было. Но упоминание Кэнди Кэта я помню. Он ведь там был, да. Было упоминание этого персонажа. Но в самой игре его не было. А сейчас он тут появился. Так. А что, в чем, собственно говоря, заключается смысл этой игры? Почему-то у игры стало другое название. Вот тут на полу написано Lazy Playtime. Что это такое? Скорее всего, мы попали в какую-то другую, наверное, ленивую часть завода. Я обосрался. Так, я зареспавнился, что делать? А, наверное, нужно... Что нужно? Наверное, нужно как-то не касаться кубиков или взять мяч. Куда он пойдет? Тихо. А, нужно собрать ему мячи все. Где они? Так, нашел. А где еще? Еще же должны быть какие-то мячи. Кто это там так сильно орет? Откуда? Где кот? А, я нашел. Нашел еще один шарик. А где еще один? Я не знаю уже. Вот! Получается, мы все нашли? Да. Так, ладно. Ладно. Я понял. Я понял. Но конкретно, что мне делать, я не знаю. Опять этот котик куда-то бежит. А может, мне нужно назад? А нет, тут мячи были разбросаны по всей карте. По всей периметру этой игровой комнаты. Хотя тут до этого их не было. Но после того, как мы зашли к коту, они зареспавнились. Значит, мне нужно не попасться коту и собрать все мячи. Скорее всего, тогда я смогу пройти игру. Ну, вот эту конкретно. Что? Это что? Я победил! Ура! Lazy Playtime. Это какой-то новый этап? Или что это? Ленивый. И вообще, как-то он на обложках был помилее. Что ли? Куда он бежит? Куда он побежал? Алло, стой! Странно вообще себя ведет! А вы мне двери можете открыть? Все, валим отсюда! Я не хочу в этой комнате оставаться ни на секундочку! А теперь мне куда-то идти? Я вообще потерялся в этой... Что это такие за новые мини-игры? Я вообще ничего не понимаю! Никогда такого не видел! Блин! Что? Кто это был? Так, подождите, кто-то кого-то утащил. По-моему, если не ошибаюсь, это была Поппи. Хелп. Это мамочка! Это мамочка! Тут ее конечности. Бля. Это вообще как-то странно. Это вообще так странно. Lazy Playtime. Что это такое? Lazy Playtime. Что это вообще такое? Сколько тут крови? Что это вообще? Кто это? Это Бонза! Это тот, кто этот! Это тот, кто у меня это...
Ну, в общем, стоял или сидел. Ну, короче, барабанами бил и нас ловил. Это кто тут? Они все мертвы. Это папочка? Это папочка? Так, стоп, я не хочу с ним встречаться. Я вообще ничего не хочу тут. Я вообще хочу сейчас выйти просто из игры, но контент-то хороший получается, ребятки. Сегодня день такой, мне, можно сказать, даже фартануло. Надеюсь, что под конце... Нет. Иди нахуй. Все. Так, это вообще какая-то жесть. Где он? А все, он пропал. Ну, на всякий случай я убегу куда-то, не знаю. Потому что это вообще что-то... Я только что увидел, как открылась калитка. Он там был, а потом он оттуда ушел. Блин. Получается, я рано или поздно с ним все равно встречусь. Что это? Это какой-то... Это бот. Что это? Ладно, пошли за ним. Блин, бот, Брондина. Что это вообще все такое? Тут две руки нужны. Они не активированы. Получается, надо идти за этим роботом. Тут его рисунок. Еще один рисунок. Так, блин, мы, походу, на новую игру идем. И что же она будет? Как она будет вообще работать? Хм, буги-бот. Меня пугает эта мини-игра, но... Ладно. Мы ее пройдем, потому что я вообще не знаю, что это был за файл. Что? А что я не так сделал? Ну, он просто взял, меня втаранился и, походу, меня убил. Опять. Снова. Я вообще не знаю, что делать, как эту игру проходить и что это за файл, почему мне его прислали, почему Так, а что нужно делать-то? Может, что делать-то? Я вообще не понимаю, в чем смысл игры. Ага. Мне нужно встать... все, я, кажется, понял. Встать на зеленый, так. Встать на что мне встать? Опять на зеленый? Ну, давай встанем на зеленый. Вроде да. А куда теперь? На желтый. Иду. Стоп. А может вот так просто встать под ним? И он ничего не сделает? Реально, он мне вообще ничего не делает. Понимаю, нужно становиться на рандомные цвета. Он показал красный. Побежали на красный. Что-то тут не рандомные цвета. Но почему-то меня два раза, наверное, просто угадал. Никак. Куда же идти, блин, вообще ничего не знаю. Yellow. Давай на желтый встанем. Да. Orange. Так, давай, когда игра эта закончится, я уже хочу пройти эту игру и пройти дальше. Мне безумно интересно, где будет папочка длинные ноги. Что это? Что это, микрофон? Он мне дал микрофон. Спасибо, Бугибот. А зачем он мне? Я как-то не знаю, но ладно. Давайте возьмем его. Сюда, пошли. Мы вышли. А теперь куда нам идти? Давайте сюда, это бинго. Тут целый комплект игр. Все, у нас, походу, разблокировалась электроэнергия. Берем. И чё, кто там? Блин, как интересно. Ну, давай, открывай. Там никого... Стоп, это Кисси-Мисси. Нет, там кто-то есть. Это Кисси-Мисси. Здорово. Так что, мне за тобой идти? Ну, давай, хорошо, я пойду за тобой. Давай, я иду за тобой, Кисси-Мисси. А, стоп. Что-то остановилось. Кисси-Мисси. Что это? Это цветные хаги-ваги на инвалидных колясках. Что это такое? Может, это какой-то фанатский мод? Ну, вот действительно похож на фанатский мод. Что? А что она за мной бежит? Ты же вроде добрая была. Алло! Это как в первой части. Она реально за мной бежит. Стой. Иди нахер. Тихо. Нет. Уходи. Нет. Иди нахер. Иди. Давай. Нет. Она упала. Куда она упала? Может, мне за ней надо падать? Блин, а чё она за мной побежала? Она вроде хорошая была. Она реально была хорошая. Чё она за мной побежала?
Видимо, с ней что-то сделали. Или с ней что-то произошло. Что это? Это-то... Они все умерли? Те, которые, те, которых мы видели в прошлой голове. Тут видны остатки этого синего, который за нами ползал. Мне кажется, что вот эти все тела персонажей — это намек на то, что мы сейчас повстречаемся с тем, кто утащил мамочку длинные ноги. Вам так не кажется? Мне так что-то... Где мы? Куда? Нам можно тут ходить? Тут... Мы, получается, на мосту. И тут вода, я так понимаю. Просто тут мало что видно. Кто это? Блин, она миленькая. Я всегда любила эту бузикоровку. Она миленько выглядит. Привет! Ты хоть добрая? Что-то мне так не кажется. Тут все кажутся добрыми поначалу. Я убедился в этом, когда Кисимиси за мной погналась. Полетели за ней. Так, ладно. Фух, выбора нет. Куда же пойдем? Давайте туда. Что тут? Это коридор. Двери закрываются. Тут кровь. Что? Электрощитки. Паутина. Что? Чё, боль? Это кто? Это кто? Что это такое? Уходи, уйди, пожалуйста. Кто ты такой? Блин, он закрепово выглядит. Блин, на меня сейчас... Меня сейчас поймают, потому что я зацепляюсь, он ускоряется. Кто это такое? У меня боевой покор. Давай быстрее, иди. Иди быстрее, пожалуйста. Я просто вам осрал. Кто это такой? Это прототип? Это кто вообще? Я не понимаю, кто это. Но от него, скорее всего, нужно валить. И валить желательно очень быстро. Безумно быстро. И не зацепляться ни за какие предметы. Но я понимаю, что он ускоряется. И из-за этого мне еще страшнее и страшнее. Так. Все. Мы выжили от него. Да ладно. Что вообще произошло? Это кто был? У меня есть два варианта. Либо это прототип, либо это Килли Вилли. Он похож на Килли Вилли, которого еще в первой части обсуждали, говорили, что он есть. И показывали даже какие-то видео. Стоп, кто это только что был? Кто это? Кто это? Ты работник или кто это? Давай за ней побежим, потому что... Что это вообще такое? Блин, какая тут криповая обстановка. Это еще лучше, чем вторая часть. Это вообще топово. Это еще лучше. Да ладно, а где мы? Так. Ну, мы вообще в каком-то странном помещении. И что тут будет? Ладно, давайте нажмем и пойдем вон туда. Это что такое? Это где мы? Стой. Давай запрыгнем. Нужно ползти. Блин, как тут все крипово. Это так мне нравится. Стоп, кто за мной бежит? Кто? За мной кто-то бежит? Подождите. Я видел кого-то. За мной кто-то реально бежит. А кто? Или нет? Да вроде нет. Кровь? Блин. Это крипово. Это очень даже крипово. Кто это? Это Хагивайи или это Кисимиси? Но она мертва. Это Кисимиси упавшая, блин. Это она упала вот сюда. Вах, как это крипово. Честно говоря, я даже до конца не понимаю, куда мы идем. Что это? Кажется, мы сейчас повстречаемся либо с папочкой, либо с прототипом. Что за дверь? Она не открывается. Там вот коробки окровавленные с попи. Это Кисимиси. Стоп. Ее придавило Кисимиси? Ее чем-то придавило прессом. Может, ей как-то помочь можно? Где мы? О. Труба. Возможно, мы сейчас сможем помочь Кисимиси. Куда мы выползли?
И мы увидели, что ее там просто придави. Вот она. Давай мы ей поможем. И желательно свалим. Так, ладно. Коробка. Что в коробке? Это какой-то предмет? Вообще непонятно, что это за предмет. Но тут все такое окровавленное. А, это вставной рычаг. Давай мы ее поднимем. Кисимися, вставай. Я надеюсь, она нас сейчас не сожрет, как тогда она за нами просто побежала. Не же... Она встает. Кажется, она за нами сейчас побежит. Что-то мне подсказывает, что иди. Что это она мне дала? Мне кажется, мне надо валить. Она меня не тронула. Получается, мы с ней подружились? Или то был вовсе не Кисимиси? Как тут все запутано. Если она упала, мы ее там видели, то как она добралась сюда? Что это? Это очень похоже на дверь из первой главы, когда тут появлялся Хаги-Ваги. Неужели? Да ну, нет. Это... Нет. Нет. Пожалуйста, не надо. Походу, мы сейчас повстречаемся с батей. Длинные ноги. Блин, а! Пошлите. Скорее отсюда, паутина. Мы в лабиринте каком-то, и он, наверное, за нас сейчас будет ползать и искать. Где он вообще, блин? Как тут все запутано. Ага. Может, там Кисимиси поможет? Кись! Двери закрылись. Получается, он начал нас искать. Ладно. Ладно, найдем какой-то хотя бы выход. Но, судя по всему, я иду вообще не туда. Я вообще не понимаю, куда я иду. Я пришел в тупик. Там мамочка! Я не могу найти выход. Я не знаю, сколько я тут... Это фигурка Кисимиси. Мы ее подобрали. Главное смотреть на потолок, чтобы он с потолка на нас сейчас не прыгнул. Но я его видел. Он где-то ползает наверху, и, наверное, нас сейчас будет сожрать. Блин, мне так страшно, у меня прям мурашки идут. Вы просто не представляете, как у меня пошел. Вот и он. Пора валить. Ставим фигурку мамочки и валим. Скорее, просто валим, 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 валим. Тут выхода, оказывается, и не было. Мне нужно было просто взять фигурку. Пошли, пошли. Кровь. Так, куда? Куда же мне идти? Что это? Что это такое? Это рука прототипа, оторванная, и мамочка. Тут какие-то запутанные ступеньки. Что вообще происходит? Я вообще не понимаю, что происходит и куда я сейчас иду. Как-то у меня страшно, мне вообще прям... Ладно, поднимаемся. Главное сейчас не упасть. Главное не упасть. Все, мы доходим до конца, и тут какая-то дверь. Но она не открывается. А, то есть мы еще даже до самого конца не дошли. Ой, как тут все страшно, блин. Мне надо погладить тебя по шерсти, чтобы успокоиться. Лифт. Что-то меня подсказывает, что сейчас нам предстоит очень тяжелая какая-то схватка или битва. И мы увидим прототипа. Как тут страшно все. Скорее всего, мы действительно его увидим. Сотни намеков у него было. И вот, мы прибыли, скорее всего, к нему. Ну-ка, ну-ка. Нет. К нам прибыл кое-кто другой. Блядь, иди нахер. Тихо, тихо. Куда? 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 Блин. Он бежит за мной. Он бежит. Он не останавливается. Давай, давай. Что это тут вообще происходит? И бежим. Ну, вентиляция опять. Так, что-то мне подсказывает, что я вообще оборачиваться не хочу. И он находится где-то за мной. А нет. Он не за мной. Так, ладно, валим. Хватит на него смотреть. Куда? Блин, тут прям дым выходит откуда-то. Непонятно откуда. Кровь. Куда мы бежим? Я вообще ничего не понимаю. Просто вообще ни черта не понимаю. Просто я вообще просто по такому... Офиге. Куда идти? Открываем. Открываем. Там дым просто идет оттуда. Вставляем это к этому.
и бежим на лестницу. Еще одна такая штука. Там гореть начинает. Что? Что мы запустили? Ладно, побежали по другому на лестницу, потому что там не блещет безопасностью. А куда мне идти? Я вообще не понимаю. Это я собирал вот такие штучки. А как сбежать сейчас от папочки, я не знаю, потому что он может прийти сюда в любую секунду. Это вообще так стрёмно. Я понимаю, мы включили последнюю трубу. Идем куда-то, не знаю куда. Но мы включили уже все трубы. Папочка выбежал. На него что-то упало. Стой. Он умер? Что произошло? А мне, получается, нужно сюда? Куда я лечу? Где я? Кто это? В колбах, мамочка. Мы у прототипа. Или у создателя, или... Я не понимаю, где мы? Что это все значит? Это все. Все, которые мы увидели. Тут даже Хагиваги. Что происходит?